Это Арсений, и он житель поселка Загорянский. Сейчас мальчик радостный и довольный, но буквально пару дней назад ему было совсем не до смеха. Все дело в том, что, гуляя на детской площадке, ребенок нечаянно засунул палец в дырку металлической конструкции, которая установлена в основании горки. Вытащить палец обратно у нашего маленького героя никак не получалось. Испугавшись, мальчик начал дергать руку, но и это не помогло. В итоге на помощь испуганному ребенку и еще более испуганной матери пришли щелковские спасатели Центра гражданской защиты. С помощью гидравлических щипцов они высвободили зажатого узника. Спустя несколько дней после случившегося спасатели приехали навестить Арсения, чтобы узнать, как его самочувствие, и вручить торт за проявленную смелость во время спасательной операции. Как твои дела? Как твои? Покажи. Да? Покажи. Как ничего и не было. Арсений действительно повел себя храбро в опасный для него момент, но нам признался, что в душе ему все же было страшно, хоть виду и не подавал. Мы там с подругой сидели и играли в сейфа. Я хотел руку поставить, а у меня палец провалился. Самое страшное, когда вот у меня был квадрат вот такой на пальце, и его вот так вот пилили. Ну что-нибудь почувствовал или вообще ничего? Ну, немножко было горячо. Вместе с бригадой спасателей в гости к юному герою пожаловали и талисманы Центра гражданской защиты собаки породы корги. Арсений сюрпризу обрадовался и пообещал спасателям, что теперь будет более внимательно и аккуратно вести себя на детской площадке. Мария Буржинская, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.